89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Это программа «Концертный зал» в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, мы вас искренне приветствуем и, конечно, с радостью сообщаем, что сегодня у нас в гостях, друзья, Брэндон Стоун. Ура! Вахтанг! И привет. Ну, привет, привет. И, между прочим, друзья, музыканты тоже вместе с нами. Рассказывайте, чья это команда? Наша общая команда. Наша общая команда. Это наши друзья. В микрофончике, ребят, да. Поближе. Наши друзья, мы вместе... В общем, собственно говоря, собрал их Брэндон. Так. Мы работаем уже много лет. Брэндон Бэнд такой, да? Они играют потрясающе, поэтому... Как сыграть с классными музыкантами. Именно так. У нас прям сложилась какая-то добрая традиция. В прошлый раз вы также приходили в том же составе. Вдвоем, я имею в виду. Ну и в этот раз тоже. Но мы очень рады. Дорогой Брэндон, ну разреши сначала поздравить тебя с колоссальным успехом. С блестящими твоими выступлениями в проекте «Голос». Спасибо, что все поддерживаете. Ну потому что, да, ты потрясающий в этом проекте. Ты, в принципе, замечательный, конечно, талантливейший артист. Мы знали, не сомневались. Но здесь ты, конечно, правда, всех рвешь в клочья просто. Приятно. Можно своим спросить? Очарованием, Александра, добавим, своим очарованием, спасибо. Скромностью и тактом. И, в общем, конечно, заставила попереживать своих поклонников, потому что сначала был у Димы Билана, а потом вот этот переход, да, к Леониду Агутину, ну и вот крайнее выступление, когда там 70% просто зрителей безоговорочно проголосовали за тебя. Невероятно. Я, конечно, я вообще не ожидал, что я пройду в полуфинал, потому что там все-таки молодые, они очень перспективные, классные у нас парни. Я вот думал, что Слава Задорожный будет в полуфинале, но не ожидал, что 70% зрителей проголосуют за меня. Я почему-то был уверен, что так произойдет, потому что... Вахтанг сказал, не волнуйся, ты пройдешь. Вахтанг обещал тебе, да? Хорошо. У Вахтанга была публикация в Инстаграме, он как раз призывал голосовать за тебя, поэтому все получилось. Да, я почувствовал. К тому же, да, ты в Инстаграме, конечно, сказал, и все твои поклонники сразу проголосовали. Ты про энергию, как насчет энергии? Что насчет энергии, ребят? Я ощутил сразу на сцене. Между прочим, скажи, пожалуйста, насколько вот это сложно и волнительно. В принципе, ты же артист с большим опытом. Очень волнительно. Вот как это было? Когда ты ждешь, как школьник, что повернуться, не повернуться, вот просто насколько это вот против шерсти? А мы вот с Вахтангом как раз, Вахтанг приезжал в группу поддержки на мой первый тур и на второй тур. И мы как раз об этом говорили. Смог бы ли ты и вот еще раз встряхнуть, и еще раз пойти на конкурс, встряхнуть стариной? Ты же уже великий артист тоже. Я как-то решился встряхнуть стариной и пойти все-таки на такой конкурс, потому что хотелось как-то показать себя все-таки зрителям Первого канала, наверное, вот так. И поэтому я решил все-таки, что мне нужно какой-то этот драйв, мне нужно, чтобы еще раз доказать себе, что я могу, и... А драйв еще какой? Потому что ведь ты вынужден выступать абсолютно в разных стилях. И бог знает, что дальше еще твоему наставнику придет на ум. Хотя, конечно, Леонид Агутин... У нас уже пришло на ум, поэтому мы до 6 утра вчера не спали с наставником. Ты расскажешь нам? Не расскажу, потому что мне нельзя рассказывать, какую песню я буду петь, потому что это будет неинтересно. Но это будет очень прикольно. Это будет совсем по-другому, чем это было в прошлый эфир. Это не в эту пятницу, 22 декабря. Поэтому, люди, те, кто слышат и будете голосовать, я буду очень-очень рад. А мы будем рады, если ты сейчас что-нибудь как музыкант, да, уже, давайте а не мы как уже, конечно, спикер. Какой-то такой поприветствуем. Я думаю, что Брэндон, покажи тогда, на что ты способен. Сразу начнем. А может быть, начнем? Давайте пока. Можем как-то. Давай сразу нашу коронку. Ребята, нашу давайте. Нашу коронку, да. Звукорежиссер коронку, поймет, да? Какая коронка. Коронки, да. С песней «Она». Силен, слушай, силен. Ну что ж, ребята. Вахтанг. Я мечтал, чтоб ночи были не одинокими. Кажется, услышали меня в небе ангелы. Я и она, я не один. Снова мир вокруг стал застоять из двух половин. А там, где она, рвется струна, и я теряю контроль над самим собой, над своей судьбой. В этом роль. Что за ерунда, что за глупости? Ведь она моя, ты меня прости. И не грусти. Мне она не меньше в любви клялась. Не могу поверить, что меня предаст и навеки поссорит нас.
Она кофе готовит по утрам. Она и одеяло пополам. Она вновь сумасшедших идей полна. Она. Ты, наверное, ошибаешься, брат, но поверь, я в этом не виноват. Просто ей со мной лучше, чем с тобой. Я теперь ее герой. Как бы не так, ты мне не враг. Предупреждаю тебя. Красота и власть — это шанс пропасть. Знаю, знаю я. Отражаюсь в ней, словно в зеркале. Проблемы все как бы мелкие. Когда я с ней помогла самим мне собою стать. И ее ты хочешь у меня отнять, да, но моя к ней любовь сильней. Она кофе готовит по утрам. Она сумасшедших идей полна. Она там, где она, рвется струна. И не моя, не твоя в том вина. Чтобы друзьями нам оставаться, пусть же она примет решение. Я или ты, ты или я, это решает она, пусть одна. Она пусть одна. Готовит по утрам она и одеяло пополам. Она вновь сумасшедших идей полна. Она, она только моя. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо! Друзья, программа «Концертный зал». Брэндон Стоун, Вахтанг и замечательный дуэт. Ребята, ну должно же быть предложение у этой песни. Вы нам обещали еще год назад. Как событие-то развивается? О, да, оно есть. Оно есть. Оно есть не только, оно уже в трилогии. Да, правильно, была метель. Про метель, да. И третья история. И третья история, которую мы недавно сняли, и я очень надеюсь, что очень скоро будет уже премьера и клипа, и песни. А песня будет называться «Мой брат». Да, «Мой брат». Ах, то есть вы вот так вот решили? Смотрите, как будет происходить. Больше не делить женщин. Да, следующая песня, которая называется «Метель». Я все-таки уступил эту девушку, вот Ану, которую мы сейчас... Ее уступил Вахтангу, потому что... Ну, я благополучно воспользовался этим шансом, и я забрал ее к себе в бунгало грузинское. И, собственно говоря, тут как начинается бытовуха, и тут приходят на помощь, конечно же, друзья, которые... Честно, в реальной жизни я таким советом не нуждаюсь, в принципе, я могу сам справиться, но я так понимаю, что... Бывают ситуации неразрешимые в семье. В семье между братьями. Поэтому один должен уступить, или оба должны поругаться, или девушка должна уйти. Итак, в нашем смысле... Санта-Барбара просто. Да, в песне «Метель» я уступаю Вахтангу эту девушку, вот, о чем мы скоро споем сегодня. А вот в третьей песне... Я уже не только уступаю, у них уже там проблемы, я уже советы даю. Подождите, а есть же в Инстаграме, по-моему, у Брэндона как раз клипы, видео ты выкладывал, как снимали клип на эту песню. За столом, за большим. За столом, да. Вот расскажи, было бы. Застолье у нас преследуют в каждой всегда. Песне. Салаты, все красиво, девушка, да. Салат. Рассказывайте. Девушка там. Салаты тоже были. Хачапури даже было. Лицом майонеза не было. Не было. Значит, но в конце виноградом друг друга кидали все. Да, в конце у нас была такая вот... Веселый дружеский клип, который когда мы сможем посмотреть, ты рассказываешь? Очень надеюсь, в конце февраля.
Вот сейчас, потому что Вахтанг будет выпускать сольную песню. Да, это так. Как у них все связано и распланировано? За три дня мы сняли два клипа. Один на мой сольный трек и вместе с моим братом с Бесо вместе. Поэтому вот так вот получилось. Было прикольно. Дорогой Бесо, но ты еще умудряешься уделять огромное количество времени проекту «Голос». Вот, вот это, конечно, да, мне браво. Пришлось как раз на это время были назначены репетиции. То есть съемки ночью, я так понимаю, происходят? Ну, да. С 6 утра мы вставали, и в 4 часа утра на следующий день мы возвращались. Потом у меня началась следующая съемка с 9 утра, и, собственно говоря, также до 4 утра. Ну, в общем, день расписан просто по минуткам, каждый буквально. Это, да, конечно... особенно декабрь. Это бешеный месяц, поэтому мы чуть-чуть сюда опоздали. Вы видите, я уже в праздничном костюме. Ты уже на концерт. Я уже был на съемках до уже этого. Уже огоньки сплошные. Огоньки, да. Скажи, пожалуйста, благодаря «Голосу» огоньков, которые идут как корпоративы, больше прибавилось, стало? Да. Ну, похвастайся. Да. Да, все. Правда? Да, молодец. И количество подписчиков молодец. Тоже увеличилось. И количество подписчиков увеличилось, и количество корпоративов увеличилось. Появился ли специальный человек, который отвечает в соцсетях на сообщения? Или нет, ты сам еще справляешься? На сообщения я отвечаю сам. Угу. Мы всегда должны отвечать сами. Для этого есть соцсети, потому что люди не хотят видеть там каких-то администраторов, которые за тебя отвечают. И это нормально, поэтому лучше там два дня паузы и ответить, чем кто-то сразу отвечает, и это не ты. Дорогой Брэнд, все знают, что ты блистательный автор песен, да? И, конечно, я знаю, что поклонники ждут от тебя исполнения собственной песни на проекте «Голос». Какова вероятность вообще, что это произойдет? Такая удочка полетела сейчас. Вы знаете, ну-ка, это очень-очень щепетильный вопрос, потому что я же сам не решаю, к сожалению, что исполнять. То есть мы, пока. Кроме того, давай что есть пока. Наставник, с которым ну, мы можно советуемся. Можно же диск положить Леониду Агутину. Я думаю, что в можно автомобиль. Сделать это один раз и просто... Потом ездить, и потом пожалеть. Уйти. И потом пожалеть, да. Просто я, поставьте я мою, надеюсь, мою что в финале дадут, если я пройду в финал, то в финале дадут спеть. Сейчас на полуфинале не буду петь свою песню. Очень хотел, но и наставник, и руководство Первого канала сказало нет, потому что... Ну, ты будешь вот. Петь «Хоп, хей, ла-ла-лей». Ну вот, об этом сказал Леонид. Будешь хоп-хей ла-ла-лей? Нет. Но это будет все равно. Не раскручивайте его, не раскручивайте. Ну, надо сказать, что многие еще благодарны проекту «Голос», потому что увидели и твою семью, твою очень красивую супругу, твою очаровательную дочку. И мама же тоже была у тебя, да, на съемках? Мама была, но ее не показывали, кстати, в прошлом эфире. На мамины глаза они специально прилетели, но маму и не показали. Вот. Но они были, родители были. Ну, это невероятное счастье. Как счастлива супруга с дочкой, это видно было, да. Но я думаю, что мама тоже очень гордится тобой. Да, да, да. Они сейчас еще в Москве на 7 дней. Uh-huh. Решили все-таки посмотреть на всю красоту Москвы в декабре. Uh-huh. И скоро улетят. Но я очень рад, что они смогли прилететь на эфир. Ну, скажи, как они волнуются за тебя. Ну, вот мне больше интересно, конечно, как дочка. Луиза же, да, если я не ошибаюсь, Луиза? Ты все знаешь. Ну, как она? Что она тебе говорит? У нее есть какие-то слова, там, не знаю, папа, ты лучше всех. Пап, ты молодец. Или... Вот Луиза очень волнуется. Всегда она за меня переживает. Вот, а вот мой маленький очень любит Вахтанга. Да, это было просто... Честно признаюсь, я был в таком восторге. И он научился говорить мое имя. И это случилось в прямом эфире. Бесо учил говорить «Вахо, Вахо». И он наконец-таки сказал, я чуть не заплакал. Я такое счастье на меня охватило, что вот маленький ребенок... Не и так много слов знает. Своих детей. Да, не так много слов знает. И одно из этих слов — это мое имя, это прекрасно. Да, спасибо, он прямо. На этой трогательной ноте, правда, чтобы не расплакаться, очень. Давайте споем. Так, ну, ребята, что, ну здесь уже какая-то сольная история требуется. Чья, кто? Это вот Вахтанг, пока я еще Бесо. Слова летели. А, хорошо, спой. Ну давай попробуем. Что? Поем? Не так сильно. Вахтанг пытается включить-выключить. Нет, без сердца, это мое. Манило. Ну, давайте попробуем спеть песню. Называется «Довела». И, кстати, очень часто, тоже выступая на разных мероприятиях, всегда смотрю на реакцию людей, когда я эту песню пою. Очень позитивная и добрая. И особенно мужчины реагируют. Знаете, чувствуется. Ну, все из жизни, да, подсмотрел, все из жизни. Ну да, да, и, конечно, сразу тебя ну, как свой Бесо, парень в доску. Ты как буря среди ясного дня, или тихая река бескрайняя,
разговоры с ночи до утра. Ты красивая смотрела на меня, и я думал, что так будет всегда. После ужина луна романтика, утопая в глубине твоих глаз, не знал, что попал я на твои понты. И я в утике потратил все до нуля. Молчи сейчас. Ты меня довела, а ты меня довела. Ты меня просто, просто меня довела. Ты меня завела, плохо себя вела. Ты эту брось и брось, по не названивай. Особо очень важная, подавай океаны, а не моря. Ненасытная фантазия, Гоа улетела навсегда. Лети, а я на тебя потратил все до нуля. Лети. Ты меня довела, а ты меня довела. Ты меня просто, просто меня довела. Ты меня завела, плохо себя вела. Ты эту брось и просьба не названивай. Давай, детка, давай. Довела, плохо себя вела. Время настало уважать мои правила. В глубинах аквариума пилила, как рыбу пила. Забыла, запутала, и подумал я, что я хочу себя сам. Девчонки, давайте почаще своих мужчин на самолеты. Мне кажется, что когда какие-то сложности в личной жизни у женщины, она, может быть, что-то сладкое употребляет. Мужчины, как мы поняли из этого произведения, так, употребляют рыбу. Ну да. Заедают или, стресс. Ну или, во всяком случае, говорят периодически об этом, что они очень хотят эту самую рыбу. Да, могут ее не любить, конечно. Да. Я хочу спросить, как довела жизнь Брэндона Стоуна до продюсерской деятельности. Собственно, что это такое? Какая-то там группа появилась, значит, одни на двоих. Так и в Германии... Из Википедии читают. А, из Вики. И в Германии... Брэндон, в Германии же тоже у тебя была питомец какая-то, напомню. В Германии? Кто? Кто? Питомец? Питомец. Нет, воспитанец, давайте скажем так. Кого-то ты продюсировал или нет? В Германии? Нет, не помню, чтобы я продюсировал. Так, одни на двоих. Речь идет об этой группе. Вахтанг. Давай. Откуда? Вахтанг. Я говорю на Брэндона, говорю Вахтанг. Они же братья. Мы просто можем обменяться лицами. Хорошо, Вахтанг, ты имеешь отношение к группе один на двоих? Нет. Не имеешь? Не знаю. То есть это все в обход тебя, ты даже первый раз? Это все в обход меня, я не знаю. А вы говорите, брат, брат, брат. Я слушаю, офигенная молодая группа, девочка, парень, им по 20 лет, модные, стильные.
Катя поет прям очень-очень круто, и парень очень сильный, поэтому я решили сделать группу. Я могу сказать, что клип у нас уже в эфире, он крутится. Да, вы что? Да, он есть в нашем эфире. Как классно. Я даже, может, попрошу сейчас запустить ребят, но потому что у нас мало времени, мы не будем смотреть целиком, если ты не против, он у нас в эфире есть. Да. Да? Он просто вот прям так фончиком пойдет и послушает. Да, кстати, Брэндон, да, а ты рассказывай нам, пожалуйста. Они были, мы вместе выступали. Ну, конечно, а ты не знал были. Даже, кто теперь, их папа? Теперь я понял, что папа... Да, очень-очень классные ребята. И, кто кого нашел? Ты их нашел или они к тебе пришли, дорогой Брэндон, продюсируй? Мы знакомы с Катей еще с детства. Катя замечательная певица, участвовала на разных многих конкурсах. Я ее знаю, когда ей было 14 лет. И вот девочка подросла. Так. Вот. Побывала на многих конкурсах, везде выступала, выпускала песни. И как-то они нашли друг друга с Олегом. Вот, они из Воронежа. Понятно. Вот, и... Получилось так, что Олег пишет замечательные песни. Я послушал его творчество. Думаю, слушай, я подумал, так... хорошая команда. Даже это... песни для них писать не надо, они сами все именно делают. Так. Я говорю, давай ты пиши песни, а я тебя буду правильно направлять. Потому что я примерно знаю, что можно и что нужно для русского народа. Именно для молодых исполнителей. И мне очень приятно, что мы именно вот эту песню выпустили. Она такая получилась стильная и очень такая душевно-стильная песня. Брэндон, а что нужно для русского народа? Ну вот как продюсер, несколько фишечек. Скажи, может быть, те, кому сейчас по 14 смотрят, слушают нас? Вот это Вахтанг, наверное, лучше ответить. Что нужно для 14-летнего? Я не знаю. Мне кажется, Брэндон хорошо тоже знает об этом. Вот они нужны. Нет, есть же разделение аудитории. Так. Вот, мы вот с Вахтангом говорили, для какой аудитории мы работаем. Мы работаем, я, конечно, более постарше, ты понимаешь. Почему? От 18 до 100. Так. А ты от 10 до 10? От 100 и выше. От 8 до 70. Да, хорошо. А вот эти ребята, конечно. Для Вахтанга сегодня очень много открытий прозвучало. Я сейчас сижу просто, я вникаю. Круто. Ну да, я просто вижу в Инстаграме, когда вижу возраст, у меня получается почему-то 25 до 34. Я, честно говоря, не помню последнюю статистику, но я думаю, что наша песня... Зацепило до 100. До 100. До 100, так. А ребята стильные, они, получается, до 30. Именно так, да, потому что там все-таки более молодежные. Я, конечно, надеюсь, что и взрослая публика поймет, но все-таки это рассчитано для тех, кто в их возрасте, кто будет приходить на концерты, кто будет визжать, стоять на первых рядах и слушать их песни. Вахтанг, дорогой, да, ну а когда ты уже к нам приведешь, уже и скажешь, вот мои ученики, мои ученики, друзья. Где же ответный ход, Вахтанг? Я не знаю пока, я хочу сам состояться, я еще, как я и сказал. Ну да, уже как артист с большой буквы, как певец именно, да? Хочется, конечно. Но сейчас уже все увереннее и увереннее с каждым разом это происходит. И мне нравится все больше и больше. Открываю в себе новые звуки, новые какие-то фишки в голосе даже. И мне это приятно узнавать себя с другой стороны. То есть ты прогрессируешь как битбоксер, правильно? По-прежнему? Нет, или это пока в стороне? Битбоксер это больше, да, это для меня стало не то чтобы хобби, а я использую элементы битбокса. Я в битбоксе уже сделал, что смог сделать, и тот самый главный турнир, который я выиграл, к нему очень долго готовился. Сейчас хочу открыть для себя другой жанр, как песня, как пение. Я вообще люблю... Вернуться к нему. Я всегда люблю быть первым во всем. Поэтому не знаю, сколько времени понадобится. Чтобы стать первым битбоксом, мне понадобилось где-то 15 лет. Но я надеюсь, что я ускорю этот процесс именно в музыкальной среде. Посмотрим, что будет. А голос-то офигенный. Ну, спасибо, в общем, да, Брэндон, дорогой, ты потом как-то будешь способствовать тому, чтобы Вахтанг пошел по твоим стопам? А мы способствуем друг другу. Друг друга записываем в студии. Нет, я имею в виду в проект «Голос». Уже ой, сразу. Это пусть Вахтанг сам решает. Здесь мы не братья. Я его подобью, и потом он мне скажет, что зачем? Зачем ты меня туда послал? Ну, смотри, зерно мы уже заронили, он задумался. Потому что он может. Это человек, который спокойно может и выиграть проект «Голос». Это зерно прорастет. Не знаю. Спасибо. Мы не сомневаемся. Если вот, почему я сейчас в мобильном телефоне, потому что я ищу текст на нашу следующую песню, понимая, да, что мы... А дальше твоя сольная песня, между прочим. А дальше сольная? Конечно, да. Так что закройте телефон пока. Уже нашел наш текст на нашу дуэтную следующую песню, потому что у Вахтанга всегда одна проблема. Он самый крутой певец, самый крутой битбоксер, и, к сожалению,
слова очень плохо запоминаю. Но зато если запомню один раз, то это уже надолго. Ты уже не выбьешь, эту песню не задушишь, не убьешь. Дорогой Брэндон, мы с удовольствием готовы послушать тебя. Если кто-то ждет тебя, но разве можно любить кого-то так сильно? Ты же Богом не дана. Бьется сердце в такт с тобою, ты подарена судьбою. Бесконечная история любви. Бьется сердце в такт с тобою, и пока живу, не скрою, я всю жизнь готов с тобой вдвоем пройти. Это наша любовь. Глаза закрой, бьется сердце рядом с тобой. Стоп. Глаза закрой, бьется сердце рядом с тобой. Как мало в жизни нужно. Закрывай глаза, поспи еще немного. Скоро тебе пора. Как мало в жизни нужно, если кто-то ждет тебя. Но разве можно любить кого-то так сильно? Ты же Богом не дана. Бьется сердце в такт с тобою, ты подарена судьбою. Бесконечная история любви. Бьется сердце с тобою, и пока живу, не скрою, я всю жизнь готов с тобой вдвоем пройти. Это наша любовь. Это наша любовь. Если в жизни раз встречаешь настоящую любовь, то разве можно ее упускать только потому, что суждено? Бьется сердце в такт с тобою, ты подарена судьбою. Бесконечная история любви. Бьется сердце в такт с тобою, и пока глаза закрой, бьется сердце рядом с тобой. Стой, глаза закрой, бьется сердце рядом с тобой. Браво! Ну, действительно, как диск вот поставили, да, понимаешь, прекрасно. Да. Такой вокал. Такой спасибо. Вокал. Я сейчас смотрела на тебя и думала, Брэндон, правда ведь вы похожи с Леонидом Агутиным. Что блин, это есть. Вообще, это потрясающая песня, честно, я вот не смог сдержаться, хочу сказать. Я очень люблю эту песню. Ты не смог сдержаться и поэтому стал шататься. Вообще, Вахтанг никогда не хвалит попсовые песни. Ну, мне эта песня нравится. Это лирическая песня. А если ему надо это делать, потому что он сам стал на путь. В этом есть душа своя очень сильная. Ну, спасибо. В общем, да, конечно, поэтому эта песня не может не тронуть. Причем людей даже, которые не понимают русский язык, она трогает обязательно. Песни на скольких языках ты поешь сейчас? Сколько у тебя в арсенале? В арсенале, ну, где-то 13. Языков? Да. Нормально. Так, хорошо. Русский, английский, немецкий, грузинский? Это итальянский? Итальянский? Да. А испанский? Еще? Иврит. Испанский. Иврит. Турецкий. Армянский. Армянский какой-то можешь? О, сирун, сирун, инчу мотеца, сертискахника, инчу имаца.
Ну, еще, китайский, японский, индонезийский. Дорогие страны, если только что вы не услышали себя в перечислении, подавайте заявки, пожалуйста. А срок какой вы подготовите, Брэндон, песню? Ну, за три дня. Ну, за три дня. Самый сложный для тебя какой был? На вашем языке, да. Самый сложный — это индонезийский. Не, он, кстати, не сложный, неправда. Китайский все-таки сложнее намного. Что главное в изучении китайского? Ну, вот. Не, я же не учу, я песни учу. Я говорю на пяти языках. А пою на сейчас в арсенале. А кусочек 13. Можно попросить тебя на китайском? Просто по китайскому календарю год собаки приходит, и, может быть, ей будет приятно. Прям маленький. Давай это подмосковные вечера. Фаминори. По-китайски, а можно ревер добавить, пожалуйста? Очень сухо. Да? У нас родость, да? Ну, теперь. Тебе нужно ритмическое. 谁用风给晒轻轻摘 Ремиксы с тобой делать. Ну, душевно же, невероятно. Вот такой вот китайский. Прикольно. Уже очень мило, да, звучит? Акустику вам надо записать. Вот так вот, понимаете, такие песни красивые. Давай разные песни запишем прям в таком ремиксе и выпустим. Да, да. Когда это будет? Я знаю, что 30 декабря у Брэндона будет концерт. В Питере. В Петербурге. Да. Рассказывай давай. Берешь ли ты вахтанга? Если Вахтанг будет не занят, если будет в Питере, а у него просто случайно. Очень много корпоративов, весь декабрь занят, поэтому я не хочу отнимать у Вахтанга деньги. А ты там благотворительность? Пару рядочков отдай ему. Ну, понимаешь, что я не могу тебе столько заплатить гонорар, сколько тебе заплатят 30 декабря, поэтому ты лучше заработать, чтобы... Так что там деньги? Ты просто позвал бы я... Ты же знаешь. Если ты не будешь работать, я тебя позову. Лучшие песни для вас, по-моему, так называется концертная лучшие программа. Лучшие песни для вас 30 декабря, Санкт-Петербург, концертный зал у Финляндского залива, так он называется, и в 18 часов начала концерта будет очень-очень большая, обширная программа разных интересных песен. Дорогой Питер, как же тебе повезло, так, а столичные жители? Столичные жители? Да. Это все в следующем году, конечно же, потому что Бахтанг. Хочется подготовиться. Ну, а где тебя можем увидеть в ближайшее время? Или следим за афишами? Следите за афишами, не знаю. Я просто сижу, опять же, в студии, если в свободное время сейчас. А так я выступаю как раз-таки вот на тех самых пресловутых... мероприятиях. Это самые важные праздники, я хочу сказать, потому что как раз людям очень необходимо. Хочется очень составить такую интересную программу, как раз-таки с ребятами, мы его уже долго разрабатываем. И я думаю, что в ближайшее время придет тот самый день, когда это случится. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся к разговору, друзья. Студия 89.9. Концертный зал. Телерадиоканал «Страна FM». Дорогие друзья, Брэндон Стоун и Вахтанг сегодня у нас обсуждают что-то и выискивают уже в смартфонах. Дорогие друзья, у нас, значит, 10 минут до конца эфира. Две песни, я так понимаю, мы успеваем исполнить. Может быть... В микрофон скажи. Да, мы уже в эфире, конечно. Всем привет еще раз. Вау, как это быстро произошло. Рекламная пауза, я думал, когда это... А я как раз высылаю Вахтангу текст, что мы спели именно эту песню, если у нас просто не так много времени. Очень хочется спеть вам песню «Метель». Скажите, «Метель» есть у нас? Это обращаюсь к нашим звукорежиссерам сейчас, потому что мне там что-то говорили, намекали на то, что почему-то именно этой... Метели нет, минуса мне сообщают. Метели ушки, не будет? К сожалению, да, метели. Будет ясная погода, да. Вахтанг, метели не будет, слава богу. Метели не будет, песня хорошая. Как это метели не будет? Я только что ходил, была метель. Я тоже приезжал, я 2 часа пробку простоял, чтобы приехать сюда. Метели не будет, но будет, значит, 2 сольные песни. Значит, и вторая песня — это вот твоя новая песня. Давай лучше расскажи, какой классный клип ты снял. Ну, Вахтанг у нас был с премьерой этого клипа, да. Надо сказать. Ладно. Да, конечно, конечно. Поэтому я же все рассказала, лучше спеть. Отлично. Раз, два. Правильно считаю, да? Сейчас, подожди, не посчитаю.
Тебе 17, ты все поняла. Губы накрасила, глаза подвела. Твоя походка кричит: не забудь меня, не забудь меня. О-о-о. Мне 18, а на вид 42. На пиджаке, на умнике надела. Твои глаза мне кричат: не забудь меня, дай то, что мне надо, мне надо. Не забудь меня, не забудь. Манило, 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 мамина дочка. Видимо, видела завидного муженечка. Думала, знаешь, с кем ты играешь, но поздно ты поняла. Уже решила все за нас. Ты увидела меня в туфлях и влюбилась как первый раз. Твоя маленькая голове созревает огромный план. Ты придумала сама себе, что я сладкий Дон Жуан. Нашифровала, что со мною легко. Друзья уехали, я еду в метро. И ты мне пишешь всю ночь: не забудь меня, не забудь. Манила, 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 мамина дочка. Видимо, видела завидного муженечка. Думала, знаешь, с кем ты играешь, но поздно ты поняла. Манила, 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 мамина дочка. Видимо, видела завидного муженечка. Думала, знаешь, с кем ты играешь, но поздно ты поняла. Ты меня манила, а ты меня манила, а ты меня манила, манила, манила. А ты меня манила, а ты меня манила, а ты меня манила, манила, манила. Ты меня манила, манила, ты меня манила, манила. Надо выпускать пластинку, назвать ее «Энциклопедия отношений мужчины и женщины». Вахтанг. В разрезе. Слушай, ну, прекрасно, очень остро. А, дорогие наши друзья, у нас очень мало времени остается. А, впереди Новый год. Я хочу, чтобы вы, конечно, поздравили наших зрителей и слушателей, ну и, может быть, поделились своими планами на будущий год. Кстати, вы планируете вообще как-то вот наступающий год? Ну, или мечтаете, или прописываете? Ежедневник. Или говорите себе так, вот Вахтанг, например, говорит: в следующем году у меня, значит, там большой концерт, сольная программа, два альбома, четыре клипа. Есть планы, конечно же, но единственное, хочется в новом году перезагрузиться, так сказать. Вообще каждому человеку нужно хоть немного отдыхать и вообще посмотреть на мир с другой стороны, вообще открыть глаза. Потому что мы погрязли в суете, да, в метели, там, в грязи или в счастье, может быть, не знаю. Надо просто переосмыслить, может быть, какой-то. Есть такой период у каждого человека, когда наступает, когда нужно переосмыслить, что-то понять, может быть, новое. Вот, наверное, такой период у меня лично наступил. И я думаю, что в январе, я думаю, это случится. То есть я хочу взять какой-то промежуток времени лично для себя, чтобы... Может быть, немножко эгоистично, но это правда. Ну, это очень важно. От этого зависит, да, в том числе, и дальнейший, да, успех. Я бы, дорогой, кстати, тоже перезагрузился, брат, хотя бы на 10 дней. Тебе некогда. Поэтому 3 числа улечу куда-нибудь в теплые страны с семьей. А, с семьей. Ну, конечно, с семьей. Я один отдыхать никогда не летаю. Это я работаю столько. Отдых. Что для тебя отдых вообще? Как ты отдыхаешь, скажи? Для меня отдых... Вообще я могу отдыхать только 3 дня максимум. Потом что? А потом я сижу на нервах, хочется работать, петь, творить, но понимаю, что все равно с этих теплых стран никуда не деться, поэтому жду, пока семья отдохнет, приведет себя в порядок и улетаем обратно. Я долго не могу, вот я workaholic. Очень, ваши короткие работать. Пожелания нашим зрителям с наступающим Новым годом, как два Деда Мороза. Да, как мы можем одновременно мыслить, у нас есть такая, да, способность еще. С наступающим Новым годом! Новым годом! Да, слушатели и зрители!
Мы искренне вас благодарим. Мы искренне желаем вам удачи, Вахтанг. Пусть исполнится твои желания и мечты, обязательно планы. Всегда рада. Дорогой Брэндон, победа тебе в проекте «Голос». Ты в любом случае уже наш победитель. Поэтому все наши голоса, все наши самые добрые пожелания, конечно, в данном проекте только тебе одному. Браво. Еще раз. Мы точно знаем, что вы нас удивите в следующем году, каждый из вас. И вместе вы еще не раз. Поэтому прям скажем, прям вот прощаемся и ненадолго. Хорошо? Говорим, пообещали? До свидания, ребят. Брэндон, ну а теперь от тебя музыкальное поздравление и привет всем нашим зрителям. С наступающим Новым годом с песней «Все мое». Ого! Повторяю. Это же наша общая песня. Да? Эй. С Новым годом! Я не ждал. Ни печали, ни тревог, ни забот. Я не ждал, этого я не знал, ждал, что меня такое счастье найдет. Красивая, стильная, нежная, достоинч не перечесть. Не говорит, принимай меня как есть. И что же она говорит? Все при мне и все мое, все мое, все мое. Остальное лишь вранье. Все мое, все мое, все мое. Не хочу спорить снова со своей судьбой. Я кричу, что родился под счастливой звездой. Красивая, стильная, нежная, мой покой забыл, не улыбаясь, снова говори. Все при мне и все мое, все мое, все мое. Остальное лишь вранье. Все мое, все мое, все мое. Еще раз вместе. Все при мне и все мое. Все при мне и стою я того, чтобы меня могла ты выбрать одного. И пусть пытаются другие увлекать, ты со мной, я буду повторять. И что же я буду повторять? Все при мне и все мое, все мое, все мое. Все при мне и все мое. Спасибо, ребята! Спасибо вам, с наступающим! С Новым годом! До новых встреч!